Привет, как дела? Мир, труд, май! Ура! Наступил май, и я решила поработать, покрасить коридор. Квартире уже 5 лет с тех пор, как мы ее приобрели, и после предыдущих жильцов мало что покрасили, только коридор, вот кухню тоже. И все, пока. Ну, а как я крашу коридор, сегодня расскажу и покажу. Красотка. Вот так. Ложись. Все. Кто в домике лежит? Кто такой в домике? Ой, какая улиточка выползла. Так, для начала что-то нужно сделать с волосами. Уберу-ка я их совсем, потому что очень жарко, когда их красишь. Вот так будет дулька у меня такая. Там берем валик, тазик и кисточку. Ну и, конечно же, белую краску, которую мы купили. Как только началось СВО, думали, мало ли что, пусть у нас будет белая краска про запас. Вот, пригодилась. Начнем рассылать газетки на окна. Так, ну сегодня основное поле деятельности это вот эта стена. Что тут у нас еще? Туалет. В туалете у нас вот такие. Ветки висят. Так, ванну не будем красить. Двери вот думали тоже в белый цвет покрасить, но, видимо, так вот я пробовала. Видимо, надо купить красочку для дерева. Ладно, пока покрасим стены, а там посмотрим. Начался. Спит наша крошечка. Помогает Настике. Я прораб, я буду наблюдать, как ты работаешь. Так, ну вот стул готов, газетка настелена. Не буду я клеить наверху монтажный скотч, строительный, потому что все равно потолки белые, я крашу белой краской, и даже если что-то запачкается, все равно. Так, ну поехали. Вот это самое главное, грязное пятно, уже руками все заляпанное, надо замазать. Ну и тут вот у нас на гвоздике висит Челсин поводок и полотенчика. Ну вот так. Остальное мы покрасим в следующий раз. Надела я уже одну перчаточку, на вторую руку решила ничего не надевать, потому что она в принципе не пригождается. Кстати, тут заметила Крымский мост. 10 лет спустя. Газетка актуальная. Так. Теперь наливаем краску. Вот такая краска. Атлас, эмаль. Для дерева, кстати. Акриловая. Так, подождите, для дерева это для дверей мы купили. Ой, надо ее размешивать. Вот такая вот она будет. Так, для дерева тогда мы оставим ее, не будем сегодня красить. Вот такая белая краска, полуматовая. Для наружных и внутренних работ. Вот это как раз. Ой, у нас с запахом с каким-то. 24 часа время высыхания. Вот сейчас беленький и покрасим. Как раз срок годности заканчивается у краски. И будем ею пользоваться. Челсику не нравится запах. Да? И запах какой-то пошел. Ой, фу, как дурно пахнет. Дурно пахнет, Настя, убери. Ну, пахнет это white спиритом. Убегаешь? Нет? Остаешься здесь? Буду спать в своей норке. Тебе помогать буду.
Так, в тазик наливать не буду, прямо в этом. Немножечко кисточка намокла. Прямо в этом и буду намокать и красить под потолком. Дверью тоже надо прокрасить, потому что дальше будет валиком покраска. Жидкая краска, конечно, плохо закрашивается. Ничего, второй раз пройдемся, будет лучше. Так, аккуратненько. А потом уже валиком туда-сюда, туда-сюда, и все готово. Быстро можно красить. Так, ну вот прокрасили все стыки. Теперь надо будет валиком орудовать. Так, еще вокруг домофона тут вот подмажем, потому что валик тут не пройдет. Ну и все, остальное можно красить валиком. Так, по всей плоскости размазываем. О, как красиво, аж прям переливается. И намазываем валик. Ну, как он там намазался? Все-таки прозрачное пока. Придется в два слоя. Ну, в принципе, я и кухню, и коридор также красила в два слоя. Опять валик некачественный попался, вон от нишняги от него отпадают. Что за фигня? Ну, придется убирать. Так, такие вот остаются. На обоях. Ну, что за качество? Как всегда, все Китай. Так вот как-то не очень равномерно краска ложится. Ну как есть. Вот так чуть-чуть осталось. И краски чуть-чуть. Валик очень тяжелый. Чувствую, руку я накачаю сегодня. Надо еще и левой попробовать, чтобы обе руки были накачаны. Эти всякие помарочки замажем. Ну, вот так потихонечку, помаленечку дойдем до конца.
так вот она тут спит у нас. Вот так вот спит наша крошечка. Лапки вытянула. Вот такие вот лапусечки. О! В домике улитка. Зёйка наша маленькая. Красавица, умница. Ну, спи. Спи в своем домике.